Всем привет, продолжаем гулять по картинам художников. Вот сегодня я хочу вам показать картины Росса Фьорентино. Немного я нашел про этого художника, но вот то, что есть в Википедии. Это итальянский художник позднего возрождения, один из ведущих представителей маньеризма. Настоящее имя Джованни Баттиста Росса ди Якобо. Росса получил свое прозвище «Рыжий», потому что у него было рыжие волосы, копна рыжих волос. Работал в мастерской Андре де Сарто и месте Панторма. Известные художники. В конце своей художественной карьеры Росса покинул Италию, отправился во Францию, где работал в замке короля Франциска I Фонтебло. Это было в 1530 году. Ему удалось снискать расположение короля Франциска I. И вместе с другими мастерами занимался декоративным убранством в галерее Франциска I во дворце Фонтебло, которая сыграла ключевую роль в обновлении этого старого замка. С 1536 года был руководителем всех работ по украшению этого замка. Надо сказать, что работы художника оказали воздействие на развитие маньеризма в разных европейских странах, в том числе на становление французской школы Фонтебло. Умер Росса Фьорентино в Париже в 1540 году, по некоторым источникам покончил с собой. Вот немножко о Росса Фьорентино или Джованни Баттиста ди Якобо. Ну вот все, что я вам хотел рассказать, показать картины, которые я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.